22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по тем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Библиотека, филиал номер 44 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района» присоединяется к международной акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. Чем дальше дата памяти и скорби уходит вглубь истории страны, тем ярче и весомей подвиг солдата, не пришедшего с войны. Отца, родного брата, деда, в бессмертный полк товарищей сплотив, добыли долгожданную победу, ценою жизни миллионов заплатив. Живым и павшим кланяемся низко, принесших мир столь дорогой ценой, ведь нет семьи, не потерявшей близких, кормильцев, не вернувшихся домой. Мы помним 41-й год суровый, когда пришла в дом страшная беда. Рассветный час, июнь 22-го, потомки не забудут никогда. Отечество незыблемы устои, а тех, кто в нашем сердце не забыт, зажгутся свечи памяти героям, и реквием в молчании прозвучит.